особенность дефиле театра и в чем его изюминка, я бы так сказала, это показ не просто дефиле, а показ маленького спектакля. То есть мы люди элегантного возраста, и показать сногсшибательную коллекцию нам трудно, новую коллекцию. Поэтому мы можем использовать те наряды, которые у нас есть, добавляли их изначально, своими руками делая к ним аксессуары, но возникла идея рассказать что-то новое. И возникли такие спектакли маленькие, как «Шахматная королева», который задается в начале дефиле и потом закольцовывается и делается какой-то вывод. Мастер-классы, которые провожу я у студии элегантного возраста, это связано с аксессуарами, с подбором базового гардероба, каких-то оригинальных вещей, которые каждая может выполнить. Всегда какая-то вишенка на торте, что-то им интересное на одной модели отрабатываем, несколько образов. У нас очень много для женщин элегантного возраста возможностей сохранять свою форму. То есть это студии здоровья, группы по интересам, танцы, многие другие. Да, у кого-то огород помогает держать формы.